Джеймс, ты нашел этих командиров? Один есть. Второй сбежал. Не знаю, где его искать. Не волнуйся. У меня есть новый фокус. Вайпер 3, это Рэтлер. Мы потеряли связь с Вайпер 2. Вас понял, Рэтлер. Мы тут избавляемся от трупов. Еще пару минут, не больше. Принято, будьте начеку. Тут какой-то псих носится. Было бы намного проще, если бы у меня был обзор получше. Не знаю, как это работает, но работает. Кёнига ждет большой сюрприз, если он считает, что полковник Рукс очередной бюрократ. Лейтенант, я и сам все прекрасно знаю. Мой бывший командир однажды напился и подрался с полковником. До сих пор в лазарете валяется, жрет через соломинку. Может, он слишком много болтал, как ты. Прояви уважение. Полковник Рукс. Это тот гад, который пытался убить меня в лаборатории. Попробую-ка его найти. А может и нет. Не очень понимаю, как работает эта штука. О, блин. Лок Смит, говорит катапульта 2-4. Веду бой на мосту.
что-то нужно, что ли? Радиосообщение. 322 дня назад. Это два Лима Каслу. Касл. Сэр, еще один ребенок пришел без матери. Вы знаете, что делать. Всех детей в изолятор. Без исключения. Я серьезно, Литлтон. Есть, сэр. Отец, где полковник Рукс? Джеймс, в этом нет смысла. Коттон Маус 4-1, говорит Коттон Маус. Вы направитесь на полигон Вашингтон. Приготовьтесь к сбросу, прием. Ты слышал, Джеймс? Эти особи — это чудовище. А испытательные полигоны — это семейные парки. Они это делают каждый день. Их не остановить. Я остановлю их. А потом вы скажете мне, где найти Рукса. Загружаем особей. Конвой уже рядом. Прием. Ред Краун, говорит испытательная группа Альфа-1-1. Группы Альфа, Бета и Гамма. Перехожу на позицию. Как слышите? Вас понял, Альфа-1-1. Вопрос. Группы подавления на позиции? Проверка завершена, Коттон Маус. Испытательные группы могут приступать. Приготовиться к операции. Позиции. Принято. Операция «Ловушка» одобрена. Вас понял, Ред Краун.
deactivated. Я что хочешь? Стреляй! Отлично! Узнаю твой ответ!